Ну и погодка. Я весь промок. Но оно того стоило. Я нашел вторую батарейку для радио. Осталось вспомнить, где я оставил первую. Мне не нужно спать, но иногда я люблю полежать на ней и что-нибудь почитать. В этом шкафу хранятся мои детали. Мой любимый диван. Надо бы его почистить. Этот телевизор сделал Пир. Не знаю, что это значит, эта фраза заложена в меня программой. Ах, вот же она, отлично. Пора поставить их в радио. Это очень странная комната, я туда не хожу. Здесь давным-давно нет воды. Раньше те, кто жили здесь, хранили тут какие-то тряпки. Обе батарейки у меня, нужно только вставить их в радио. Обе батарейки.